нахожусь на 14 этаже в Минске, в районе Малиновки. И смотрим обзор. Ну, нормалек так, да, красиво. И метро вон имеется. Итак, спонсор нашей программы — великий толстый мышь. Итак, в этом зеркале мы наблюдаем меня без глаз. Внимание, фокус. С глазами. Мы будем бодяжить, пожрать. Правда, не знаю, что. Итак, ищем жор. Нет, тут. Не то. Вообще не то. Ладно, ищем дальше. Где-то тут макароши валялись в прошлый раз. Это, господа, еда. О, вот это вон надо скушать, вот это. Я вот это буду. Это... О, подушечки. Клевак. Смотрите, какая модная плитка, я ничего не понимаю. Короче, нажимаешь на эту штуку, вот. Единица, да? Нажала. Вот нажала на нее, нажми на нее. Я могу еще и на два нажми. Нажать, если хочешь. А теперь плюсик или минус? Ну, я это делала. Запомнили вот это вот цифра. Это чем больше цифра, тем лучше, да? Да. Это времени не включать фигню. Вот это непонятная фигня, господа. Вот это менять. Чтоб до 6, там 1, 2, 3, 4. Вот это непонятная фигня опять. А это я сама сейчас не знаю, что. Сейчас кое-что секретное. Пойдем посмотрим. Смотрите, смотрите. Кто тут пришел? Посмотрим, что мы тут забодяжили. Представляете, бывает даже на 8. Я думала, только на 3 самое больше. Я сейчас с вами буду пить кофе. Точнее, я пить, а вы шлинки глотать. Итак, я правша. Вкусно, приятного аппетита. Сахара мало, надо добавить. Или соли. Так, не ржать там. Достанем ее в самый интересный момент. Что? Это было очень незаметно. Сейчас посмотрим, кто там. А, там Толя. Сейчас я выключу свет. А что он выключается одновременно? О! Вот так. Вот это у нас стол издевательства над собой. Пытательные инструменты. Грим. Вкусная животва. А, пустая? Тогда невкусная. Смотрите, какая крутая фигня на потолке. Так. И вот крутые фигни. Фигни крутые. Да. Внимание, внимание, классная фигня. Смотрите. Вот так. Ой. Ой, походу выключать надо. Пронесло. Оно не сгорело. Я просто выключать не умею. Нормально. Смотрите, как красиво. Оно говорит ш. Угадайте, что это за предмет. Первая буква ч. Отгадай загадку. Первая буква ч. Но. На ч начинается. Нет, оно белое.
Оно белое начинается на ч. Не угадала. Больше. Ну побольше чуть-чуть, стоит на микроволновке. Ура! И мы выиграли приз. Точно заснимем. Тайком, незаметно. Меня ж не видно. Итак, макароши готовы. Теперь нужно добавить сыр и колбас. Вот. Так, мы нахерачили сыру. Теперь надо перемешать, чтобы расплавилось. Он чуть-чуть подплавится на макаронах, и будет прикольная фигня. Да. Будем использовать два вида колбасы. Вот это для добавления мелкими, а вот это для крупными. Да. Итак, мы продолжаем делать блюдо в стиле паскудства, брата, не пытайся. Сделать вкусное блюдо помогает песня «Выглянуло солнышко, блещет на лугу». Я навстречу солнышку по траве бегу. Итак, что вы можете сказать нашему телерадиослушателю и зрителю? Видеопираты ходят без штанов. Так, сейчас мы будем смотреть, получится ли у нас блюдо «Паскудство брата не пытайся». Вдруг получилось блюдо из рубрики «Сожрать». Итак, положительные и отрицательные стороны этого блюда. Положительные стороны. Это можно есть. Смотрите, как красиво салат. Нет, оно хорошо вышло. Отрицательная сторона, у меня очень жирная теперь камера. Вот. А так все остальное норм. Надо камеру помыть сходить. Дайте я камеру помою. Надо воды. Вы наблюдаете... Угадайте, кого? Оператора без штанов. Это все равно незаметно. Итак, это наша последняя съемка, потому что я сейчас буду мыть камеру. Прощайте, дорогие зрители Ютуба. Илона, попрощайся. Угу. Пока.